Здравствуйте, уважаемые поклонники музыки и хорошего звука. Сегодня хотел бы послушать, ну и так немножечко, может быть, рассказать про акустику Coral X3. Это Япония, не знаю, года, наверное, 80-е. То есть, как бы вот такая, наверное, все видели, и ни для кого не будет новым то, как она выглядит. Трехполосная, правда, с особенностями. У нее среднечастотник играет до 9000 Гц, а твиттер – это супер-твиттер. Он прям только самый-самый верх. Даже порой его практически не слышно в некоторых композициях. В некоторых слышно, как они играют. Что, давайте попробуем, послушаем. Тяни это, давайте вот это вот. Погромче сделаем. Очень выразительная серединка у них. Играют они, конечно, особенно в смысле середины прямо. Прямо для тех, кто любит вокал, живое, вот вообще супер. Источник Sony 3-3 ESG. Ой, источник, усилитель. Источник китайский ЦАП и компьютер. Басам тоже нареканий никаких нет, я думаю. Уж не знаю, насколько телефон это будет передавать, но я думаю, в наушниках это будет вполне слышно. В общем, как-то так. Акустика, конечно, за свои деньги просто огонь. Да, для, может, очень больших помещений не пойдет, но, в принципе, и прилично большую комнату она вполне себе разыграет.
Ну а то, как она играет, конечно, это Coral. Трудно с чем-то сравнить.